Тяга к строительству у Руслана с детства. Его родители работают строителями. Он решил пойти по их стопам. В конкурсе молодой человек принял участие, чтобы показать свое мастерство. Я пришел сюда, чтобы улучшить свои навыки, поучаствовать, увидеть всех остальных участников, кто на что способен. Задание участники получили за месяц до конкурса. В отборочный тур вошли 5 команд из нескольких городов Татарстана, в каждой по 2 человека. Ребятам дали 6 часов, чтобы выполнить конкурсные задания. Суть их не состоит, они должны сделать монтаж конструкции из гипсокартонного листа, то есть с оконным проемом, да, если вы как видите, должны зашпаклевать стыки, углы внутренние и внешние, то есть нанесение шпаклевки, и сделать гипсовый элемент. Профессия строителя необходима, однако сейчас не хватает грамотных и опытных специалистов. Такие конкурсы выявляют профессионалов в своей сфере и повышают интерес к рабочим специальностям. Понимать, что есть и другие специальности, которые молодежь может выбирать, не только юристы, экономисты и другие, а именно рабочие специальности, которые могут им обеспечить дальше дорогу в жизнь дальше, и они реально могут работать и зарабатывать на этом. Данная профессия мне нравится тем, что нужно сперва подумать, прежде чем делать, все рассчитать и в уме построить. Лучшей стала команда агропромышленного колледжа. Она примет участие в 3-м национальном чемпионате в рамках конкурса WorldSkills, который пройдет в мае этого года в Казани. Зуфия Галимова, Максим Липин, новости НТР.